О боже, что я натворил? Нет, 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 Рик и Лора, они мертвы. Из-за меня. Мы просто веселились. Это вышло случайно. Я ничего такого не хотел. Я даже не помню, что там было. Эй. Успокойся, поговори со мной. Как тебя зовут? Брэд. Хорошо. Ну, теперь рассказывай. Я не знаю. Мы хотели оттянуться. Поехали в город. Выпили одну, потом три. А потом уже... не знаю сколько. Я не помню. Вроде я вез Рика и Лору домой. И, боже, я их убил. Я ни за что себе не прощу. Наверняка ты ничего не знаешь. Ты же сам сказал, что не помнишь. Я, пожалуй, пройдусь тут немного. Может, выясню, что произошло. Боже, что я наделал? Тачка Брэда. Видок паршивый. Немного, но уже кое-что. Заправка недалеко, надо наведаться. Оказывается, легковес. Такси. Что? О, на заправку. Да, SOC.
Ага. Классно. Похоже, их напугал этот громкий хлопок. И что это было? Есть вопросы, на которые придется ответить. Она, как и я, считала тебя уродом? О, нет. Нет. Она ничего не знала. Зачем все портить? Значит, ты за ней следил? Кроме меня, ее никто не ценил. Все эти мужики, с которыми она знакомилась в барах, свиньи. Я от них избавлялся. Ради нас. А один оказался тебе не по зубам? Нет. Они все были пьяны и беспомощны. Но один раз я за ней наблюдал и въехал в сугроб. Выхлопные газы не учуял. Раз и я тут. Если честно, это просто великолепно. Никаких тебе стен и замков. Можно следить за ней. За каждым движением. Всегда. Что это было? Я что-то слышала. По крайней мере, здесь светло, и вокруг много людей. Она озвучивает мои мысли.
После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших. Если же невозможно ожесточенным обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных твоих. Аминь. Господи, надеюсь, это поможет. Если там кто-то есть, пожалуйста, защити нас. Я в полной уверенности, что он нападает исключительно на одиночек. Сейчас многие молятся. Не только она. По крайней мере, я не одна. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же? Эй! Все нормально, но не подходи к ним. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Все. Успокойся. Ты просто бредишь. Что? Они пришли за тобой. Я все еще их вижу. Обещание, которым я никогда не жалел. В той квартире что-то указывало на церковь? Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У нее комната на чердаке. Надо проверить. Yeah.
Когда она успокоится, надо спросить, зачем она здесь осталась. Сегодня здесь так холодно. Кажется, чердак там. Что-то с вентиляцией? Ничего, сэр, это профилактика. По этим штукам могут разгуливать мелкие зверьки. Вот мы и проверяем, чтобы никто там не застрял. А если застрянет? Я бы не советовал говорить об этом на кухне. Это дело плохо пахнет. Так вот почему тут везде благовоние, да? Знаете, это прямо как в сказке. Все думают, у них школьная любовь. Такое ощущение, что они уже 100 лет вместе. Но на самом деле, они познакомились после колледжа. Я-то надеялся, он найдет себе кого-нибудь в Дублине. А он встретился с Шелли во время поездки во Флоренцию. При этом сама-то она из Бостона. Черт побери, он пересек океан, встретил любовь всей своей жизни, а оказалось, она живет через дорогу. Поневоле поверишь в судьбу. Вот здорово. Честно, супер. Футбол смотрите? Я не только про патриотов, но и про местные команды. А, ну да, бывает. Мой сын 4 года был квотербеком «Ведьм», а на первом курсе за университет играл. Ну, поздравляю со свадьбой. И с футболом. Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. Этот парень оценил бы, как мой мальчик играет в футбол. Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. Да заткнется он или нет? Я даже... не слушаю. Они ожидают приготовления еды в таких условиях? В моей кухне такого бы не случилось. Но честное слово, разве это... Извините, мам, но в заявке было оформить в пуританском стиле. Без подробностей. Посмотрите, просто посмотрите. Это, по-вашему, пуританский стиль? Там пластик. А он разве был у тех, кто высадился у Плимутского камня? Вряд ли нужна такая буквальная точность. Конечно.
Вы вообще не думаете, да? Пуританский стиль связан с природой. Он деревенский, но изысканный. В традициях Салема. Вся свадьба должна быть в традициях Салема. Это символ нашей гордости. Неужели вы не гордитесь нашим городом? Вообще-то я из Веймута. Моя семья не ирландская родня мужа. Мы, Уинслоу, ведем свою родословную от самих пилигримов. Мы поселились в Салеме в 17 веке. Это мы изобрели День Благодарения. Историю теперь никто не уважает. Где понабрали такой персонал? Я только что нашел настоящую салемскую ведьму. Скорее бы все закончилось. Ну, не знаю, Энджи. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает на гарпию, но Брайан милый. Да, я тоже так думаю. Просто Шелли никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, они будут на нее давить. О, Шейла, поверь, их ждет долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С 4-го класса? Кажется, ты знаешь ее даже лучше, чем я. Должна заметить, у нее был прекрасный образец для подражания. Дети у них родятся просто восхитительные. Спасибо, дорогая. Честно говоря, я очень мечтаю о внуках. Она ничего такого тебе не говорила? Ну, ничего конкретно. Знаю, они хотят детей, но им нужно пару лет пожить вдвоем, насладиться друг другом. Конечно, я же не совсем эгоистка. Куда им торопиться? Они молоды. Он отличный парень, но она права насчет его матери. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. Быть добрым — это так просто. Но почему тогда все такие злые? Моя девочка выходит замуж по любви, а это главное. Рейс, пошла.
Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться?